Ребята, всем привет! Сегодня представляю вам вот такой вот велосипедный фонарик, задний, скажем так, заднюю мигалку под кодовым названием. Так, какое же у него его кодовое название? XC771T 5 Red LED 5 красных светодиодов. Ну, такого еще мне не попадалось. Это в первый раз. Так, сейчас сниму. Сниму. Так. Скобочку. Поставляется в таком блистере. В комплекте фонарик, крепление и две батарейки размера 3А. Вот, сам он круглый. Такой приятненький. Привозит нам это все наш друг Хачмаз. Скажу так, хуже, чем Хачмаз, ничего нету. Серьезно, вот флагман есть, какие-то другие, там Best, там черновецкие. Но хуже всего Хачмаз. Вот эти фонарики-то они не делают, но привозят они самые дешевые. Значит так, открывается сбоку вот здесь. Есть два, один прорезь и второй. С одной стороны, наверное, нужно вот так провернуть. Опа, сняли мы рефлектор, такой топ-топ-цветофильтр. Внизу силиконовая прокладочка, достаточно мягкая. Будете открывать, смотрите, вот здесь его не зацепите. Так, конструкция. Значит, вот три диода больших вперед смотрят или назад, и два в стороны, сюда и сюда. Инструкция стандартная, как для таких диодик, как для таких фонариков. Сейчас мы посмотрим. Ну, еще интересная одна вещь, что я заметил. Вот батарейки, которые идут в комплекте, они всегда достаточно неплохие. Как оно бы смешно не звучало. Но наши дешевые, то, что продаются здесь, намного хуже. Опа, стоит. Выскочило. Так, сюда плюс, сюда минус. Полярность нужно соблюдать, потому что иначе не будет работать. Кнопка сзади. Вот здесь видим круговые. Такой нарисованный. Выключено, там мигание. Включено. Так, нажимаем. Светится в красными диодиком. С красным светом. Диоды светят красным светом. Переливается это все. Так, ну вот это мне не нравится. Так, если я вот ее поставлю, будет ли зажато? Сейчас посмотрим, потому что одна батарейка выскакивает. Вы же видите, что она не хочет держаться. Ни этой стороной, ни этой. А если я ее прижму, посмотрим. Так. О, ну вот. Видите, она стала на скосяк. Хотя вот корпус этот не дает ей полностью выйти из своего места. Первая функция, вторая, третья, четвертая, только три. Один, два, три. Выключено. Скажу честно, я вот доволен. Мне нравится вот, что только три функции, а не шесть, там семь, потому что здесь вот нужно будет 100 раз это все вот нажимать, а только 3 раза. Лучше, даже если был бы одна функция, включил, выключил, себе не морочить голову. Но кнопка нажимается легко, очень легко нажимается кнопка, это плюс. И такое место, что вот ее трудно не найти. Ну, комплектация, так и не сказал, не помню уже. Фонарь, батарейки и крепление. Так, смотрим на крепление. Ну, здесь уже вот, скажем так, лучше, нежели там JJY 04, 370, 380, 4. Потому что вот это вот, этот кронштейн, он маленький. Он небольшой, маленький. Этих он дольше, и вот намного легче их отломать. Здесь же намного проще. Я считаю, это большой плюс. Так,
Как же он отличается? О, ставится все, щелчок. Стоит. И мы поехали. Включили. Светит. Мигает. Очень даже неплохо. Ну хорошо, вот что здесь вот такое. Такая барашка. В стиле GoPro креплений. Здесь с той стороны гаечка, а не просто он идет резьба в пластик. Ну, под диаметр 30 мм. Вот мы видим здесь. XC диаметр 30 мм. Под сидельную трубку крепится. Ну, если негде там закрепить, то я думаю, для рюкзака, не знаю, будет ли такое место, чтобы цепить прямо к одежде или рюкзаку, если у вас есть. Это так можно зашелкнуть. Ну, я думаю, это можно потерять будет. Такая вот конструкция. Такая вот вещь. Ну, я считаю, нужная. Или это точно, или любая другая, если вы ездите в темную пору, иметь нужно обязательно. В Европе даже вот законы такие есть, что велосипед без света ездить по улице не может. Особенно если темно, велосипедистов не видно. От 5 где-то до 7 часов вечера это проехать невозможно. Всех полно, им полно. И если еще дождь, не очень-то хорошо и видно. Ну, вот такой вот продукт. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. Есть вопросы, задавайте. Спасибо за внимание. Смотрите еще, подписывайтесь. Всего самого лучшего. До свидания.